Всем привет, леди и джентльмены. Вы смотрите канал Old School Gamer, а меня зовут Сергей. Если вы смотрели предыдущее мое видео, вы уже знаете, что на канале появился новый раздел обзор книг. Ну, книг не простых, а в основном фантастических и стоящих, чтобы они как бы попадали под тематику канала более-менее. В прошлый раз я показывал, можно сказать, коллекционное издание из 7 книжек про Ведьмака, а сегодня у меня в программе Фрэнк Герберт «Хроники Дюны». Книга, в которую входят все 6 написанных самим Фрэнком книг про Дюну. Ну, как вы, наверное, знаете, Фрэнк Герберт умер раньше, чем написал финальную 7-ю книгу, которую он планировал, но по его рукописям его сын в соавторстве с другим автором написали в итоге даже не одну, а несколько книг, но в большинстве случаев они не считаются каноничными, поэтому «Хроники Дюны» — это вот реально как бы хроники, очень много всего написано, богатая вселенная, но тем не менее открытая концовка, что каждый может прочитать и задаться вопросом, а что же там могло быть раньше, к сожалению, в смысле не раньше, а дальше, что могло быть дальше. К сожалению, мы этого уже с вами никогда не узнаем, и тем эта книга еще и интересна. Книга просто огромная, давайте вот для сравнения положу сюда лицензионный Blu-ray диск с фильмом «Дюна» режиссера Дэвида Линча. Ну вот сами можете посмотреть, что этот диск просто мизерный-мизерный по сравнению с этой книжкой. Книжка большая, целых 1600 страниц, как я вижу. Давайте посмотрим сразу содержание. Если не знаете, то все 6 книг, вот в правильном порядке, как надо читать, это «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитал Дюны». По первой книге по «Дюне» был снят вот этот фильм, еще было несколько сериалов. По-моему, еще какой-то сериал был по «Детям», что ли, «Дюны». Остальные книги, ну, не нашли своего места в кинематографе, но наверняка многие люди помнят замечательные серии стратегических игр по «Дюне», которые выпускала компания Westwood, которая пропала, когда ее купил Electronic Arts. Ну, в целом, эти игры, они, да, они соответствовали вот этой вселенной «Дюны», но с множеством, так сказать, всяких нововведений. Например, «Дом Ордосов», который в книгах вообще не фигурировал. Книга, так же, как и прошлый «Ведьмак», вы можете видеть, ну, большая, поэтому исполнен текст у нее в 2 столбца на каждой странице, довольно крупными буквами, красивым шрифтом. Ну, читать очень удобно, я уже начал чуть-чуть читать, пока что мне все нравится. Книга великолепная, и если вы в свое время не ознакомились, то, ну, рекомендую. Книга такая стоит 1200 рублей. В принципе, не так много. Это, можно сказать, 200 рублей за книгу. А где вы купите такие книги в твердом переплете и качественном исполнении? Ну, многие, конечно, наверняка сейчас уже вообще не читают книги. Ну, такова жизнь, а новые технологии. Все играют на телефонах и слушают музыку. Какие книги? И у этой книги, поэтому, есть недостаток. Какой-нибудь в метро или в троллейбусе ее не почитать. Эта книга исключительно для домашнего или дачного чтения. Но что не делает ее хуже... Плюс, как бы, сами понимаете, это не просто книга, а такое прям коллекционное издание всех книг. И обложка еще выполнена в виде кадров из фильма, выполнена в черно-белом исполнении. Лично, по-моему, очень круто, мне очень нравится. С удовольствием прочитаю и эту книгу, и предыдущую книгу от того же издательства «Ведьмака», такого же практически размера. «Дюна» даже страниц на 100, наверное, потолще. Ну, на этом, наверное, все. Пожалуйста, пишите в комментариях, интересен ли вам такой раздел про книги. Поскольку про фильмы и про игры разделы у меня уже есть. Но книги — это что-то новенькое. Ну и книга что? Книгу можно только показать, как она выглядит, как она исполнена, и рассказать про нее. Ну, то есть в игре-то хоть геймплей какой-то есть, в фильме изображение, музыка, а книга... Чтобы ее понять, вам нужно самим ее обязательно прочитать.
Поэтому, если вам интересен мой канал и моя точка зрения, то я буду рассказывать про книги, которые мне нравятся. Возможно, вы найдете среди них что-то интересное и для себя. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Сергей. Всем пока!